Всем привет! Суть данного ролика такова. Я притворился полным нубом и попросил наставника научить меня играть в Hunt Showdown. Что из этого вышло, сейчас мы глянем. В этом мне помог Discord сервер Good Game. Там есть отдельная вкладка Hunt Guide, где вы можете попросить более опытных игроков научить вас играть в Hunt Showdown или объяснить какие-либо механики. Ссылка на Discord сервер будет в описании. Это нам на ферму надо бежать? Ну, я бы на самом деле, да, сбегал до фермы, но там были файты, а ты не хочешь, да, драться? Ну, я боюсь, меня убьют. Ну, я думаю, все равно этого нам не избежать, потому что мы хотим босса убить, и враги тоже хотят, поэтому... Ага, но мы его убьем и сядем там, и все, и нас ничего сделают там. Хорошо, все, убей тогда Инферно, вот он стоит, так же кастетом. Так, его кастетом, ага. Да, просто подбегай и бей, 4 атаки сделаем. Давай, тут рядом это все. А? О, нет, надо было слабый, туши огонь. А, смотри, в воде уже стоит. Я отпрыгнул. Ой, я воду, сгорел. Воду, быстрее воду. Ага. Всё. Не сильно сгорел? Ну, две большие полоски у меня. Еще могу тебе рассказать про классную вещь, смотри. Чтобы напугать врага, который сидит, допустим, в доме, да, в инсайде где-нибудь, в подвале. То есть берешь гранату в руки. Ага. Отводишь и вот так делаешь. А как с это? С гранатой это будет более эффективно. А как смотри, ты? Переключись на удушающую бомбу. Ага. Сейчас смотри, слушай меня внимательно. Ты держишь ее и колесико мыши крути на метательные топоры, либо аптечку, либо нож, либо на другое, на любое другое приспособление, расходник или оружие. Понял? Так, колесико мыши переключай. Так, вот, держишь? Ну вот я переключаю. Вот, ага. Вот. Все, теперь возьми удушающую бомбу, смотри. Сейчас колесико мыши крутишь и сразу кидаешь. Вот смотри, колесико мыши крутишь и сразу нажимаешь ЛКМ, чтобы бросить. Оп. Так, попробуй. Подожди. Нажимаю кидать и сразу кручу колесико мыши, правильно? Нет, сначала крутишь колесико мыши, а потом бросаешь. Нажимаешь ЛКМ. Смотри. Вот. Первого раза получил, красавчик. Чисто. Это я умру от них, я туда пойду. А ты не умрешь, иди сюда, я тебе покажу, как надо, смотри. Они меня загрызли. Да? Не загрызут, смотри. Встаешь здесь, и как я тебе показывал, помнишь? А, два прыжка. Раз, два. Вот, погрызли, я же говорю. Погрызли, так не убили ведь. Все страшно, не убили, да. Все, я остановил кровотечение. Не забываем, что я притворялся полным нубом, и поэтому для меня была целая инструкция про перки, оружие и так далее. Но для вас более короткая версия. Смотри, первое это водолечение. Здоровье быстрее восстанавливается под проливным дождем и значительно быстрее в воде. Так, а то дождя есть... же нету в игре. А дождь есть в особом контракте, можем сходить туда, если хочешь. А, во, особый контракт. Там ага, есть, там есть вижу. И крокодил. Крокодил? Да, там есть крокодил, классный а новый босс. Это? А босс такой новый? Ну, мини-босс, скажем так. Я видел мясника, паука, потом с жуками какая-то тварина убила меня. Это ассасин. И паук ебучий. Вообще, блядь. Я когда вижу паука, я бегу на выход, нахуй его. Нет, смотри. Тупой босс, блядь. У нас 4 основных босса. Прыгает на меня постоянно, убивает. Бесит он меня, нахуй. Бывает. Я ассасина стреляю. Это вот это с жуками ты сказал, да? Да. Я ее стреляю, я один раз ее убил всего. Мясник меня все поджигает. А ты можешь его потушить, скажем так, кинуть в него удушающую бомбу? А, да? Да, у него крюк его потушится. Крюк там, либо тесак, что у него, я даже особо не помню. Что-то у него там горящее, в общем. Да, вот горящее, можешь потушить и... удушающей бомбой. KFC там еще петух какой-то бегает. Хламоклюв, да. Бьет меня колючками своими. Да. Ну, такой себе. А крокодила я не видел. А вот сейчас сходим, посмотришь на него. Давай. Такой классный парень. Угу. Да, но мы сможем играть только против троек. То есть только против пачек, которые втроем бегают. Но я думаю, это не проблема. Ага. Мы все равно умрем, я правильно понимаю? Не обязательно. Мы выиграть будем? Конечно, можем и выиграть. Все от нас не зависит. Ты крокодила тогда, да, пойдем смотреть? Да, можем сразу крокодил побежать, если хочешь. Да. Вот сразу на крокодила побежим. Но сразу скажу. Точнее, ну, и скажу, и покажу. Но сразу скажу, что у него есть одна очень классная атака. Нападение, когда он вылазит из воды и на тебя летит со скоростью звука. Угу.
открывая свою пасть широкую и нанося тебе больше 120 единиц здоровья. Ты лоу хп остаешься буквально. Это он быстро бьет, что ли, или что? Он очень быстро на тебя летит. А ты что, тут крокодил летает, что ли? О, ну да, ну нет, не летит, то есть это я так фигурально. Так, вон патроны вижу там. Вот, да, это караван. Угу. А, у нас нету жетонов, да. О, там дядька, нет. Смотри! Дядя там! Я не попал! Бывает, бывает, бывает. Надо его стрельнуть. Где он? Я да, его не вижу. Его убить. Он передо мной! Он здесь! Он а, меня он убил. Убил. Все, я убил его. Ты убил его? Да, да, да. Где кто-то стреляет? По мне стреляю, да, да, да. Ты под ядом. Да. А как ты под ядом? А у него пистолет с ядовитыми патронами. А зачем прыгаешь так? Чтобы понять, где враг. Все, видишь, одну ты убил. Что, его убил? Да. Он что-то кидает. Ага. Да? Ой. Я горю, написано. Сейчас я отбегу, похилюсь. Ага. А я горю, написано. А я потушу тебя сейчас, не переживай. Все, хорошо. Ага. Блять, не похилился. Где-то сейчас слева бежит. Да-да-да. У меня задача себе... Вот все, видишь, кинул душащую гранату? Ага. Ты сейчас... О, да, написано. Тише. Я шаги слушаю. Он, по-моему, их двое. Он кого-то... Кастетом убил. Да, да, да. А, вот он ядом стреляет. Тише. Бля, я хотел тебе топор кинуть. Ты, ну ты конечно играешь. Я сразу сдох вообще. Я не вижу, не вижу. Он убегает? О, да, убегает, убегает. Давай, где? Ловим его. Ой, а по мне ловали. Ходи. Ой, попали меня. Только будь аккуратен. По мне попали. Уходи, беги. Я не убежал. Не повезло тебе. Ничего, сейчас придумаем еще. Голову попал, но не убил. А как так? О, теперь убил. Ты убил а его? Тут эффекти... Да, убил. Тут эффективная дистанция у оружия есть. А как ты понял, что ты его убил? Так, звук был. А. Его падение. Осталось найти другого врага, который тебя убил, верно? А я не знаю, где он меня убил. Давай я тебя аккуратненько подниму и прикрою. Ага, надо бежать. Сразу беги за вышку, беги ага, за вышку, за ага. Вышку прячься. Давай. Все, я бегу. Все, я спрятался. Во, аптечка все, есть. Хилься. Да, бери аптечку и хилься. Ага. Надо шприц вколоть еще. Да, да. Ага. Вижу, нет, не вижу. Погодилось. Так, надо отсюда уйти куда-то. Да, пойдем за мной аккуратненько. А куда? Стоп, вставай, вставай, побежали а, за мной. Ага, так, бегу. Два прыжка, раз, два. Так, раз. И побежали. Два. Ага. Все, бежим, беги. Беги, пока куда? Вот в тот дом аккуратно. В тот дом бежать. Вот все, посюда, хорошо. Посюда. Так, раз. Два. Угу. Ой, по мне стреляют слева. Ходи, где-то. Ходи в дом. Все, бегу. Беги.
Дальше. Вот ты пока не можешь. О, вот здесь можешь. Молодец. Все, будь осторожен. Вижу врагов. Дал хит одной. Убил одного. Побежали к ним пока, На них? Одного убил. Да. Беги пока туда. Угу. О, тут труп лежит. Да, сейчас я у него оружие заберу по-быстрому. Вот, беги, о, беги, вон он, я его вижу, вон он, вот там, я не, вот там где-то он. Я не попал. Беги. Я не попал. Бывает. Я опять не попал. А, у меня дробовик, надо мне... Ой, он по мне стреляет, Ой, попал, я прячусь. Прячься. Я буду аптечкой. Дал хитому? Бегу. Там динамит. Он убил меня. О, я убил его? Убил я его! Молодец, красава, красавчик, все. Я прицел и прямо ему попал в голову. Так, тебя надо... Поднимай, ага, поднимай, да. Поднимай. Крутись, голову вниз опусти, крутись, чтобы не убили. Она вниз, не вверх. Ага. Вниз. Все, пойдем быстрее лутать их. Лутать? А все, что ли? Да, вот я одну убил. Уже, и вот там второго ты убил, молодец. Я его убил, ты видел, да? Да, видел. Прям ему в голову попал. Красавчик. А где он? Можешь его оружие забрать, вот. Кстати. Так, сейчас я его полутаю, ты сказал. Так, что мне? Так, мне дали набор первой помощи. А у него какая-то хуета. Не, ну да, это такое оружие в Этерли. На высокоскоростной. Не нравится мне его оружие. Не нравится? Ну не бери тогда. Сейчас я его облутаю и пойдем дальше. О, смотри, у него такой пистолет, как у тебя. Я его возьму? Это я... Да, можешь взять, я так, просто я свой его... убрал. А, это мой, да, пистолет. Я его возьму, тут патронов, ну. И какая-то... Да, бери. Сообщник какой-то. Это Винфилд. Так, полутать надо. Ага. Линза. О, сзади... А, это... Нет, это не люди, это вороны просто. Это шторм, да. Ты сказал. А вот человек. Где? Дал хит ему. Убил его. Ого! Ты еще кого-то убил. Ты прям всех убиваешь. Ну, да, ты тоже молодец, убил он одного, красавчик. Так, а этого можно лутать или страшно? Аккуратненько, только аккуратненько. Так, сесть, сяду. Вот, смотри, вот так. И кручу головой, да? Вот так вот сел, да, и крути головой. Ага, все. Так, я 50 денег собрал я с него. Красавчик. У него дробовик. Да, вот этот человек по нам стрелял, и он тебя убил. Вот этот мне? Вот козлина. Вот с этого. Ну такой, ну неприятный молодой человек. Тут какой-то Мосин Наган обрез. Ну, такое себе оружие, Мосин Наган. Обрезан именно, обрезан. Пойдем. Там еще стрелять, бежим. Пойдем крокодила лучше поищем. А я посмотрел, темное зрение, он белый. Да, он белый теперь. Иди сюда, тут расходник лежит. Так, что такое? Можешь взять его. Так, сейчас. Можешь взять его? Больше нельзя ничего унести, говорит. А, ну все тогда. Ага. Тогда не бери. Да, полный слот, потому что... Так, я думаю, крокодила искать тогда не будем, он сам к нам приплывет. Давай вот здесь встанем, подождем его. Он не приплывет. Где он? Не знаю, давай искать. А что, если в воде стоять, он приплывет? Да. А я там, думаю, он на той стороне где-то. Там подсказка же вон она у нас. Там вот около этой штуки вот, была. Да. Давай возьмем ее. Да, он тут, значит, где-то. Давай возьмем ее. Давай. Давай, я возьму аккуратненько. Ага. Нам показывают в ту сторону. А, вон там где-то все-таки. Ага. Да. А, сейчас я увижу крокодила. Беги. Я убегу, она меня съест. О, смотри, а у меня 2 очка уже есть. Во, да, можешь перк теперь взять. Хочешь взять перк? Да. Вот давай сейчас так крокодила убьем и изгоним и побежим. Ага, я хочу вот это, чтобы меня зомби не трогали. Вот, возьмем, да. Во, этого петуха убили. Вот, я его видел, вот здесь он залез в воду. Да. Я его видел, он здесь залез в воду. Так, отойди подальше, встань вот сюда куда-нибудь. Ага, все. Так.
Стой. Все, сижу. Ну, такой себе. Че, его стрелять надо? Нет, это я просто по привычке стрельнул. А что делать? Его ножом надо бить. Смотри, он ползет. Он меня ударил. Ну, он, током, да, молниями каким-то бьет. Да, так, молниями. Так, надо воду, да, закрыть? Да. Я его ударил. Да. Подожди лучше, чтобы стамина восстановилась. Да, я подожду. Ага. А, босс красный. Пойдем лучше спрятаться. Людей встретим. Давай. Так, я пистолет перезарядил. А где я? Я никого не вижу. Я пока тоже не вижу. А вон они бегут. О, я его вижу. Я побежал. У меня дробовик. Так, аккуратнее, только играй. Все, я сейчас сидя его. Вот в доме! Я в него выстрелил. Тише. Сейчас подниму тебя. Ты убил его, молодец. Я убил его? Да. Все, я сейчас здесь сяду, я его тут. В доме еще есть. Ой! Он меня дробовик какой-то убил. Ты его убил? Да. Сейчас подниму тебя. Он меня дробовиком, блин, убил. Да, неприятно. Пойдем. Я могу их полутать? Ну да, можешь. Ака белый. Ага, так, я возьму сейчас что-нибудь с него. А босс белый? Вот этот меня убивал он. Я его убил. Не знаю, но вот я запомнил, что у него вот этот грубиян был, монеты и дробовик. А где его основное оружие? Я не знаю, но это он, я тебе точно говорю, это он. Там потому ну, что вот, я... Ну видишь, мы там сели. Я под сюда посмотрел, там нету трупов, вот там нету. Смотри. О, кто-то метку взял. А, это вот, значит, другие, да. Вот тут он взял. Вот, видишь, вот тут лежал. Да. Кто-то их поднял. Надо спрятаться в доме, значит. Надо крокодила быстрее убивать. Да, а у меня 50 хп осталось. А там один человек, по-моему, только. Алекс, давай лучше этих сожгем. А может это их? Может это их дядька? Возможно. Так. Давай одного подожгу. Ага. Пойдем его поищем, он наверняка к нам пойдет сейчас. Вот там бомба какая-то. Да. Блять, упал. Удушающая бомба. Вот там бочка, можно взорвать, да? Ну, хочешь стрельни, да, взорви. Да, напугаю. Не попал? Не попал, вот, да. Ну-ка, подожди. Вот. Так. Не попал. Серьезно? Я прям бывает, бочку да, стреляю. А, он уходит с карты. А как... Он уходит. Можем за ним побежать, догнать его. Не, я боюсь. Ну, не надо. Но мы его не догоним. Давай крокодила убивать. Давай крокодила. Пойдем крокодил. Блин, ну страшно его бить, он такой большой. Да, он в воде сидит. Вон, ползет. Вот так ему. Да, давай по нему стрелять. Стрелять буду, да. Да. Ой, может с дробовика лучше по нему стрелять? Да, с дробовика лучше. Урона давай, лучше. Давай. Вот так. Вот так. Вот это атака. Он меня опять молнией ударил. Ой, что происходит? Это он специальную атаку свою выбросил. Что это черное какое-то? Лучше не заходить? Лучше не вставать никогда. Все, я стою тут. Они меня зажали. Он тебя убил. Сейчас, ну, немножко тогда. Я тебя аккуратненько, только воду не заходи. Все, я вот так вот. А то вдруг умрем. Ага. Так, я тебя поднял. Беги! Все, вот так, не ешь меня. О, я попал. Молодец. Что-то какая-то сопля черная. Ну, типа того, да. Давай лучше на другое место встанем, чтобы больше расстояния было отпрыгнуть. Давай. Сюда, к примеру. Вот так это. Вот так его. Вот так. А, надо с дробовика. Давай, сейчас я дробовик перезарежу. Блять, больно. Вороны взлетели. Где он? Вот он. Я по нему попал. Вижу. Вот так.
Не попал. Бывает, бывает, бывает. А-а-а! Он меня чуть не укусил. Да. Все, ты убил его, молодец. О. Ебать, он большой. Так, нажмите F, чтобы... Ага. Я спрятался. У меня полоски восстановил. Ты в крокодиле сидишь. Да. А он тоже же не будет трогать, а я его уже начал обходить. Все, иди нахуй. Вороны впереди. Вот, видишь, они взлетели, потому что шторм начался. А, я забываю все время. Вон он сидит, смотрит, смотри, а. Ага. Вот какая. Бежал. Ну, блядь, меня за жопу хотел куснуть. Да, хотел, хотел. А куда смотреть? Ну, на разные, в разные стороны, чтобы люди увидеть. А вон, видишь, сидит? Нет. Вон, рептилий сидит. По- ползет там кто-то. Видишь, да? Видишь, да? Ой. Ой. Ой, меня... Меня кто-то убил. Я подниму тебя, не переживай. Я убегаю. Все, я убежал. Убегай, убегай. Нас, на, нас пушат уже, нас пушат уже. Надо убегать. Я на вышку залезу, спрячусь. Убил одного? О, ты кого-то убил, надо тебе помочь. Убил второго. Я вот это здесь убил. Кого-то убил! Убил, брат! Красавчик, красавчик. Молодец, в голову молодец, молодец. Ему попал. Он меня снайперил, а я прицелился и выстрелил ему прям. Молодец, молодец. Все, да? Все да, убил? Все. Ебать. А как к нему залезть? Вот он лежит. Газелина. Ну-ка, дай сюда. Ну, мне прям нравится, что ты быстро учишься. То есть уже вот сколько я быстро учусь. Да, да, мы мало каток сыграли, а ты уже убиваешь самостоятельно. А при мне... том, что, ну, а при том, что никогда этого не делал. Тупой. Меня невозможно учить. Ну, возможно, человек просто менее выдержанный. Ну, может. Я убил одного, но меня немножко убили. Угу. Хорош. А, их трое, блин. Тебя тупанул. Попробуй передо мной душайку кинуть и зарезать. Когда будет возможность. Вон она в кустах торчала голова. О, одна перебегает. Нормально. Получилось. Извини, я не смог тебя поднять. Это нормально. Я хрень сделал. Я думал их двое. А их, во-первых, трое, во-вторых, мы были в open field. Я глупость сделал. Я вообще не попадаю, видишь? Ну ты зато двигаешься правильно. Это, наверное, с Warzone привычка. В домике один. Убил. Убил. Хорош. Еще кто-то с глушителя по мне стреляет. Вижу, вижу. Дал хит. Угу. Не, он не попал. Убил. Хорош. Ага.
У меня не было пуль. Ты видел? Туда. А чё ты не сказал? У меня не было пуль. Это уроком будет. Андрей, ты меня подставил. Что такое? Не повезло, да? Не повезло, да? Не везет, блядь, да? Куда же легче подойти, просто тыкнуть? Конечно. О, блядь, они сидят! Я нахили. Ходи. Я на хиле? Я умру. Нет, не умру. Живу. Который раз убеждаю, что Бертье не мое оружие. Ай. Дал хит. Вот тут за кустиком. А вот здесь, по-моему. Дал хит. Блять, заебал с кровинами играть. Я на перезарядке. Дал хит. Все. Ебать. Я всех убил, прикинь. Красавчик. Ебать. В упоре у меня. Аккуратней будь. Хорошо. Красавчик. Там писало. На крыше и один снизу был. Я хилюсь. Тоже хилюсь. Убил. Вот там один. Один, да. Ай. Ай. Ну, пока там зомби развлекаются, мы пока тут вот. Пошел нахуй, блядь. Я его убил. Нормально. Ну ты видел, да, один сидел просто вот здесь, блядь? На конвое. Я его убил тоже как-то. Каким-то чудом просто стрельнул, и он сдох, представляешь? Красавчик. По мне стреляют! Помоги! Блядь, выебут! Откуда? Ай! Почти выебали! Вижу, откуда. Я спрятался. Дал хит. Сейчас. Убил одного. А. Там еще один. Меня ебут. И его ебут. Всех ебут. Я под ядом. Не рыпайся на рожон тогда. Хорошо, не буду. Иди сюда, сука. А, я его убил, блядь. Еще один глушитель где-то. Вот здесь у меня он. Убил. Молодец. Че, он там же, что ли? Да, по-моему, да.
Спарников его, наверное, не убью. А я его убил. Андрей, да, правильно? Да, да, конечно. Слушай, а вот вопрос. Mm-hmm. А когда ты меня спалил, что я не новичок? Ну, примерно на второй игре. На второй? Почему? Ну, ты двигался не как новичок. Двигался как не новичок? Ага. А почему ты тогда продолжил играть, если ты уже знал, что я нихуя не новичок? Ну, ты попросил о помощи. Хангид написал, почему бы нет? Ой, блин. Всем привет! Вот такой вот ролик получился. Не знаю, надеюсь, вам понравилось. В тот день я выдать что-то сверхъестественное не мог, потому что у меня просто не шли игры, и причем не шли вообще никак. Но вроде что-то прикольное получилось. Надеюсь, вам понравилось. Вот, огромное спасибо Андрею, моему наставнику, который терпел все мои вот эти вот гундявые сопли, так скажем. Огромное спасибо Discord-сообществу Good Game за то, что предоставили такую возможность. Кстати, в Good Game вы можете не только попросить о наставнике, но и найти себе напарника для игры, или может даже новых друзей. Ссылка обязательно будет в описании, и также попробую закрепить в первом комментарии. Ну, на этом вроде как все. Если ролик понравился, ставим лайки, пишем комментарии. Если нет, ставим дизлайки и пишем гневные комментарии. Всех люблю, всем спасибо, всем пока.